Друг, если ты впервые на моем канале, не забудь на него подписаться, потому что это дает мне дикий толчок в развитии моего канала. К тому же мне это приятно, и я надеюсь, вам тоже. Каждый день по 3, по 2, по 4, по 5 видео, смотря как пойдет, вы не пожалеете. Погнали смотреть видео. Привет, друзья! И продолжая смотреть клипы Ивангая, я наткнулся на самый популярный клип Вани. Хэштег «делай все по-своему». Да, 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 я о нем слышал, но ни разу не смотрел. Блин, это правда. И люди, которые пишут в комментариях мне, типа, у видео 20 миллионов просмотров, у того же Хаюхай, типа, ты нам врешь, ты его смотрел. Люди, какой смысл мне врать? Я делаю первую реакцию на эти видео и просто потому, что я хочу их посмотреть, и вам нравится, и мне нравится, и всем хорошо, и я сейчас не хочу ругаться, и давайте посмотрим просто новый клип. Погнали. Хай-хай, с вами Ивангай, и Ленова предложили мне снять Good Weird видео, на что я согласился. Окей, это... Да, это два года назад было. То есть, понимаете, самые клипы, самые крутые клипы, ролики были два года назад. Также у Марьяны мы с вами смотрели ролики двухгодичной давности, в общем-то. Там бабушка была только что, или мне показалось? Мне нравится у нее макияж. Классный. А, окей, это, похоже, видимо, рекламный ролик. Давайте же посмотрим. Вот. Классный мейкап, кстати. Оу! Делаю все по-своему. Знаете, по первому кадру мне напомнило именно Рому Желудя с его лайком. Кто помнит? Что за мужики, блин? Зачем тебе бояться вдруг увидеть друг? Вау! Это... Это шедевр! Классные штаны! Но продолжай свое дело, масло в огонь подливаю, я им отвечаю. Ну и чё? What the fuck? Что? Вау! Они, знаете, они как роботы, что ли? Это классно, у них линзы еще классные. Что это? И мужики, ну мужики просто. Делай по-своему и беги вперед по-своему. Да ты странный, ты чудак. Ну, на самом деле, текст вдохновляешь, типа, иди вперед, ни на что не останавливайся, просто никого не слушай и делай по-своему. Очки еще классные. Это как у Лепса тоже такие же хочу. Дабстеп. А, да, 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 да. Бабушка с собачкой. Откуда он нашел? Вау! Блин, очки классные. Очки классные. Вот это классные. Классные кадры. Оу. Это... Мне показалось, это мама у Вани. Это мама? Или кто это? Ужин остывает. Почему ужин? Пирожки. А с чем пирожки? Пирожки с капустой, пирожки с мясом, пирожки. И с пирожками пирожки? С котятами? Что? Если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк, написать комментарий, я читаю все комментарии, если ты здесь впервые, не забудь подписаться, что я говорю, бог. Если ты здесь впервые, не забудь подписаться на канал и рассказать обо мне своим друзьям, ведь это несложно. До следующего видео, пока.